1 апреля, да, у нас? Что у нас, ульба разливается? Успеем мы в этом году? Вот там лужица. Наверное, вряд ли мы успеем. Малоубинка. В горной Убинке. В прошлом году пандемия была. Нам было некогда. А, не то, что некогда, в смысле мы. Мы не могли выехать даже как-то там. А в этом году странно, нормально тут. Воды нету, зачем они закрыли. Там вообще даже не лужится. Да, с асфальтовым покрытием у нас жесть. Но в этом году действительно было много оттепелей. Оттепель, потом заморозки. Это реально асфальт подымает. Потом опускает. Ёлки, а что они не откроют? Ничего нету. Я туда даже и не пойду. Странно. Да, и в городе у нас теперь это еще цветочки. А вот огромные ягоды в виде арбузов. На космической, естественно, и так далее. Там ужас, а не асфальт. Здравствуйте. Всем удачи, здоровья и мира. Еще раз напоминаю, наш канал называется «Мир всем». Понятия не имели мы, что сейчас это будет очень актуальное название. Еще раз напоминаю, под словом «мир» мы имели в виду нашу планету. Замечательную, красивую. Как ни странно, из космоса голубого цвета. Ну и часть Вселенной, которую вы видите. Это снимал мой замечательный оператор, которого зовут Наташа. Я как-то не могу ходить и снимать, потому что, наверное, на меня обращают внимание. Потому что я не могу ходить и не комментировать. А если я буду ходить и комментировать, то... Ну, со стороны действительно смотрится как не очень нормальный человек. Идет человек и сам с собой разговаривает. Ну, можно было бы, конечно, поговорить о весне, о мартовских котах. Замечательный мем есть такой, где кошка заснеженная такая вся в снегу. Вопрошает: вы когда зиму провожали, вы куда ее проводили? У меня были ролики о непогодах, о закрытых трассах за городом. Вот буквально это сейчас вот 1, 2 апреля, 30 марта, 31. И действительно у нас трассы были все перекрыты и творилось нечто невообразимое. Поэтому, естественно, мы никуда не выезжали. Но вот завтра, наверное, это будет 3 апреля, мы хотим посмотреть нашу любимую речку Малоубинку, она, по-моему, называется, которая впадает в Ульбу. Мы нее там бывают... Единственная, кстати, речка, которая вот в окрестностях города, которая замечательно бывает ледоход. Ледоход, который... Ну, на моей памяти два раза ломал подвесной мост, который принадлежит Титану, ну, титано-магниевому комбинату, который приватизировали мост. Жадины говядины не дают по нему гулять людям. Ну, а мне хотелось бы все-таки поговорить об Украине. Все равно это у всех сейчас на слуху. Как бы мы ни скрывали свою голову, все равно одно место видно. Фамилия у меня украинская, но по паспорту я русский.
И все мои родственники, все мои знакомые и родственники родственников начинали, ну как свою, начинали свою жизнь. За городом у нас есть такие деревни, как Каменка, Пролетарка, Таврия. Ну, Таврия, соответственно, вы сами понимаете, это украинское название. Герасимовка, Донское, Отрадное. Ну, вот единственная Саратовка. Саратовка там действительно, там из Саратова переселенцы. И все это было в Столыпинскую реформу, когда Столыпин объявил о бесплатной раздаче земли, о минусовых налогов, то есть налогов было никаких. Единственное, что приехали люди и осваивали эти земли. И сюда поехали переселенцы с Центральной России и, ну, с Украины. Вот моя бабушка, она везла даже камень. Она думала, тут камней нету. Камень нужен был, чтобы капусту квасить. Ехали они на телегах. Я уж не знаю, как с лошадьми. Но у некоторых были, да, по-моему, все, кто поехал, у всех были лошади. Как ни странно, да. И вот приехали люди на эту землю, и что было? Вот все, что они привезли, это, кстати, вот 29-я школа. Моя любимая родная, видите? Оказывается, я все хотел снять, оказывается, Наташа сняла. Где я, да, проучился все 10 лет. Раньше была 10-летка, сейчас 11 лет дети учатся, а раньше 10 лет. А ОПК мы проходили на Бажово. ОПК это тогда уже вели учебно-производственный комбинат. То есть вы могли себе выбрать, ну, предположительную профессию. Там были такие рабочие профессии. Вот, естественно, мы, мальчишки, получали права. Но не все, кстати, получали права. Некоторые шли на токарей. Некоторые шли на деревообработчиков, кому как нравилось. Но мне права очень пригодились в жизни. Так вот, выходцы с Украины. Я опять буду перескакивать, да? Но это такое кредо. Какое ваше кредо? Всегда. И вот, когда я начал поступать в институт, кстати, вот после этой школы, школу закончил, ну, а поступление в институт, оно длится раньше, сейчас интернеты, а раньше был такой справочник для поступления в вузы. Такой толстый достаточно. Там были перечислены все вузы СССР. Мы жили в СССР. Год выпуска у меня был, ну, если я 6-го рождения, значит, 83-й где-то, да, 83-й. Если я потом 3 курса института, да, и мне в армию забрали в 86-м. И я выбрал биологическое направление. Ихтиология и рыбоводство. И пошел я, честно скажу, на это направление только для того, чтобы попробовать всякой деликатесной рыбы. Как-то меня несколько раз угощали. У нас был родной дядя моего отца, он жил в Крыму, кстати, многострадальном, я бы так бы назвал его, и в Патории. Туда мы приезжали, и там пробовали черноморскую камбалу. Но это было что-то, конечно. Вот я помню эти вкусы: черноморскую камбалу, черную икру, красную икру, какие-то лососевые тоже. Ну, естественно, эндемик наш Маркокольский ускуч. Но ускуч, он недостаточно такой, конечно, вкусный. Но вот если его сразу поймать и сразу там приготовить на Маркоколе, то вкус невообразимый. Если его поймать, заморозить, привезти, уже теряются очень сильно у него вкусовые качества. А вот на самом озере, на Маркоколе, и это только я говорю, естественно, про разрешенный лимит, который можно ловить каждому из вас, если вы захотите, покупаете путевку, туда приезжаете. Естественно, та, которая икра из кучей, ну, естественно, ее вы не выкинете, естественно, вы ее засолите. То есть, соответственно, рыбное многообразие в Восточном Казахстане уникальное. Как меня называют продавец рыбы, но я не продавец рыбы, рыбу я не продавал, я продавал ее, ну, может, максимум раза три, когда я работал на форелевом хозяйстве, и это были 90-е, и не платили всем зарплату. Ну, вот обращайте внимание, в чем прелесть.
восточного Казахстана, уникальная область. В Казахстане таких раз-два я обчелся. Ну, Алматинская еще область, там что-то такое подобное. Но таких дорог, в смысле по протяженности, где вы можете ехать и наслаждаться, там нет. Там есть горные, где на пузатерках вы навряд ли проедете. Вот видите, тут вывод какой. Джипа не надо, называется. Джип не нужен. То есть капитал вложения минимальный. Можете на любом автомобильчике вы до такой красотищи доехать, отрелаксировать. Вот, пожалуйста, еще вам одно поселье. Сейчас выбираем площадочку. А вот заметьте, видите, краснеет уже. Как он называется? Или тальник, или ива. Это уже, значит, все. Называется весна красна. Это уже почки у него набухают, товарищи. Прошлую мы застали маленько. У нас тоже есть дорога на Поперечное, можете посмотреть. Но там уже весна такая, переходящая в зиму. То есть мы проехали. Весна в зиму. Ой, то есть зима в весну. То есть да, весна в зиму. Правильно я сказал. Как это? Ну как, мы ехали из города, там была весна, а сюда приехали, тут всегда зима. Тут всегда зима. Она и поздняя зима, и ранняя зима. То есть тут зима будет до конца марта. Железно. До конца апреля как бы. Если тут в мае начинаются жарки. Первый раз что-то мы так быстро доехали до Поперечного. В общем, до таможни осталось 33 километра. Но мы будем ехать, пока дорога есть. Пока дорога есть, скорее всего, доедем до заповедника. Я так думаю. Что нам сделать? Может, здесь запустить?